Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили главе муниципалитета об итогах проделанной работы. Подробности далее. Во всех городских округах, которые входят в зону обслуживания люберецкой полиции, в минувшую субботу отпраздновали День города. Личный состав межмуниципального управления работал в усиленном режиме. Торжественные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка. За прошедшую неделю межмуниципальное управление Люберецка обратилось, 1700 сообщений от граждан поступило, 39 возбуждено уголовных дел, из них 33 раскрыты по горячим следам. Также было 165 ДТП, из них 6 пострадавшими. 4 пожара произошло на территории округа на прошлой неделе. Во всех случаях обошлось без жертв. Возгорания повлекли за собой только материальные потери. 1 сентября в 6 часов 30 минут Люберцы-Панковский проезд у дома 1, корпус 4. Загорание автомобиля в результате пожара Mitsubishi Pajero обгорел салон автомобиля по всей площади, пострадавших нет. Считанные дни остаются до старта отопительного сезона. Жилой фонд, социальные объекты и ресурсоснабжающие организации «Люберец» полностью готовы к осенне-зимнему периоду. В округе создан необходимый запас резервного топлива. В первую очередь тепло появится в учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.